вами снова я, Макс. Значит, сегодня будет последняя, третья, заключительная часть по киноэпопее шлема, доделывание шлема, да, то есть вот этого шлема на заказ непосредственно. Я сегодня буду показывать в этом видеообзоре, как я буду делать именно под эту бармицу защиту шеи, мягкую защиту. И непосредственно уже буду устанавливать бармицу, устанавливать вот эту защиту шеи и устанавливать щеки, чтобы уже все было до конца укомплектовано. И значит, коротенько я хочу рассказать о том, что я буду делать. Значит, у меня есть кусок сукна. Я решил сделать следующим образом. Значит, вот кусок сукна я буду делать, простегивать кармашками, кармашки делать такие вот, и туда тоже буду забивать еще кусочки сукна, у меня остались вот, ну, более-менее она будет такая смягчающая, жестковатая. И сверху у меня есть еще остался кусок кожи от плаща, да, вот я этот кусок кожи, то есть эта сторона будет внутренняя, непосредственно будет на теле лежать, а вот с этой стороны будет кожа, то есть поверх нее будет лежать бармица. То есть если вдруг пойдет дождь, чтобы не намокало ничего, не впитывало в себя, да и вообще кожа просто немножечко получше, как говорится, лежит и держит скользящий момент, кожа будет лучше. Вот. Сейчас, значит, я хочу сказать, что сейчас надо как раз вымерить вот эту вот длину, но она вымеряется очень просто. Это будет вот бармица в сложенном виде, она вот такая вот. Непосредственно, как она будет лежать, так она и будет. Это примерно будет вот так. В таком виде. На шлеме она будет, естественно, полукругом. Полукругом, да. Брать непосредственно так, так. С одной и с другой стороны, плюс на щечнике она будет таким вот. Так, убираем шлем, значит, сейчас еще раз складываем. Примерно это будет выглядеть вот таким вот образом. Значит, и мыльцем вот так подрисовываем это все дело. Такой вот прямоугольник, а-ля, естественно, он растянется по собственным весам. Делаем еще так. Но я буду делать ее не прямую, не прямоугольник, не просто. А буду делать чуть-чуть вот таким вот образом. Чтобы вот эта плечевая составляющая с одной стороны, с другой стороны. И здесь защита шеи. Что если человек захочет ее сделать потом овально, сможет ее сделать вполне. Плюс еще будет ряд добавляться на крепление на шлем. Ну, в принципе, сейчас вырезаю ее и, соответственно, начинаю ее накладывать сюда сукно дополнительно вторым-третьим слоем. Вот. И уже непосредственно ложу на кожу, переношу, такой же делаю рисунок и начинаю сшивать ее именно карманами. Но это я покажу уже в ускоренном виде.
что, в принципе, вот защита шеи готова. И грубая, и бармится сама. Сейчас я буду соединять ее на шлем уже. Вот, непосредственно. Есть обычные сведенные кольцами, буду соединять. По причине того, что, может быть, человек захочет, если ее снять, ну или убрать. Мало ли там по каким обстоятельствам, причинам. Или также снимать, чистить ее. Вот, по причине этого и буду ставить на сведенку. Делать это буду все сейчас в ускоренном виде, потому что не вижу смысла показывать это конкретно. Значит, мною вчера было, значит, на шлем насверлено отверстие. То есть я насверлил непосредственно отверстие. Вот. И вот таким макаром, то есть продеваю, ставлю кольцо сюда. Уже буду нанизывать через сначала буду ставить броню, то есть параллельно делать дырочку отверстия, и сразу же буду, наверное, продевать через бармицу. Ну что ж, вот в принципе все, я закончил, значит, эту эпопею из трех частей по поводу шлема, плюс маленький там бонус такой будет, это по поводу насчетчников. Вот, сейчас я покажу в целом, что получилось из той железки, которую мне изначально принесли. Значит, вот он шлем, вот подшлемник, вот шлем со щеками, все, защиту насчетчниками, значит, защиты шеи. Такая полужесткая она. И клепанная бармица. Вот, в принципе, все это я сейчас даже надену. Вот, чисто ради демонстрации. Показать все это. Человек приходил, ему тоже уже понравилось. У него просто голова большая. Вот. Все это будет выглядеть так. Вот. Осталось только ставить шнурок вот здесь вот. Я застегиваться не буду уже. Все имеется в наличии здесь. Просто в целом как бы показать то, что закрыто. Ничего никуда уже не прилетит. Плюс защита лица у него тоже играет свою роль. Вот. Ну, в целом вот такая вот конструкция.
Значит, вот такой вот комплект я ему сделал. Получается, из его, как говорится, куска ржавого железа. Ну и почистил шлем, соответственно, что он уже имеет более человеческий вид. Так, ну, в принципе, все. На этом все. Как бы заказ сделан.